помощи компании IMAX здесь стоит покупать недвижимость. Сегодня я беседовала с Олегом Лавриком, руководителем IMAX Real Estate. Олег рассказал, как выгодно вложить инвестиции в элитную недвижимость и получать стабильный высокий процент прибыли. Компания ведет свою историю с 1995 года, в Дубае с 2004, имеет собственную уникальную базу разнообразных объектов. На сегодня IMAX Real Estate – лидер недвижимости рынка, который ориентируется и на российских клиентов в том числе. Олег любезно согласился показать на Пальме одну из лучших резиденций и отель Emerald Palace Кемпински, который ждет своих клиентов к концу 2017 года. Уникально, что владельцы номеров не несут никаких затрат на содержание своей недвижимости, а также имеют возможность 14 ночей в год проживать в отеле бесплатно. В номерах Emerald Palace Кемпински стоит шикарная итальянская мебель от Франческо Малон. Мебель и элементы декора стандартных номеров выполнены в двух цветовых гаммах – в золоте и платине. В номерах высшей категории, президентской и королевской, используется цветовая гамма «Слоновая кость». Роскошные ванные комнаты от Велерой и Бох, Гроэ, Габоли и Луиджи. Поставщики люстр и светильников также компании мирового уровня. Стоит отметить, что ваши инвестиции защищены свидетельством о праве частной собственности.